Биткора. Что это за проект, что он из себя представляет? Вот, давайте пойдем по порядку, посмотрим, что у нас есть. Мы видим, в настоящий момент проходит вторая часть всего. Бон заканчивается через день 13 часов. 4% бонус. Вот, что такое это за проект? Это децентрализованное криптографическое еще на блокчейн-сообщество. Оно представлено на мировом рынке, что обусловлено ее гибридным, стабильным и растущим знак биткора. Протокол маркет этому иммунитет нестабильности и неликвидным рынком крипто, но и делать его открытым для предсказуемого роста с течением времени. Таким образом, какой бы поворот рынка не был, его стоимость остается разумно контролируемой. Это делает его идеальным решением для хеджирования риска инвестиционирования в крипто. В отличие от других стабильных криптовалют, токен Bitcoin имеет свой оборот, стоимость, регулируемую протоколом Permissionless. И спрос и предложение играют гораздо более важную роль в любой цене активов. Следовательно, протокол управления ценами биткора регулирует свою цену, контролируя ее циркулирующее предложение. Помимо ограниченного предложения 100 миллионов токенов, предложение токена предназначено для конструктивного сокращения. Это должно помочь увеличить его стоимость, определенно в течение установленного периода. Точнее, к 2021 году стоимость токена биткора вырастет в среднем на 700%, как пишут на сайте. Правда это или нет, то покажет время все. Вот. Почему мне нужен биткоин? Криптодебетовая карта будет, также дебетовая платформа, P2P биржа, целый рынок, точка продаж, инвестиционная возможность, партнерство и фивайт программы, образование, тренинги и разработка программы. Структура токена, сам токен ERC-20, биткора, приватные продажи, июль 15, август 15 закрыт уже, вот и приватные продажи. Так, минимум, про старт 15 апреля 19 года. Так, тут мы находимся на шестом этапе, 4% бонус. 15 февраля, то есть завтрашнего дня. Вот, чем дальше, ну, к окончанию продаж, тем бонус, соответственно, меньше. Раздача токенов, использование, дорожная карта проекта. Так, на первый квартал 2012 года. 5-8 часть краудфандинга, iOS, Android. Кошелек, публичная биржа, бета-тест, инвестиционная платформа, разработка, образование и тренинг. Ну и вот можно смотреть до 2020 года, что у них планируется с 4 квартала. Команда проекта. Мобильное приложение на разработке, мы видим. Ответы на часто задаваемые вопросы. Ну вот такой вот проект. Ссылки на этот проект будут в описании под этим видео.